В Абаканской детской городской больнице скончалась трехлетняя девочка. До этого она месяц пробыла в коме. По данным информагентства «Хакасия», ребенок отравился таблетками от гипертонии, которые съела по недосмотру взрослых. В Хакасии стоимость электричества для населения будет одной из самых низких по стране – 98 копеек для владельцев электроплит и сельских жителей, и рубль 40 копеек для горожан с газовыми плитами. Это самое низкое за последние годы повышение тарифов. Прежде энерготарифы каждый год взлетали на 15 и более процентов. Безработного из Абакана красноярские полицейские подозревают в серии разбоев. Не найдя работу и жилье в краевом центре, мужчина стал нападать на горожан. В деле 12 эпизодов. Вырученные деньги задержанный тратил на ночлег, покупая билеты в кино на ночные сеансы. Аэропорт Абакана купил новый микроавтобус Hyundai, который будет отвозить экипажи самолетов от трапа сразу в гостиницу. Рыночная цена комфортабельного транспорта – 1 200 000 рублей. Возить пилотов будут на коммерческой основе за счет авиакомпаний. Полицию, МЧС и скорую помощь можно будет вызвать по единому номеру 112. Система единой диспетчерской службы обеспечит оперативную помощь людям, попавшим в беду. В Хакасии единый экстренный номер должен заработать с 2017 года.